У нас на балансе коммунального предприятия находится 21 фонтан. Работы по фонтанам не прекращаются круглый год. Мы, естественно, два раза в неделю идет очистка всех фонтанов, но я имею в виду уборка в зимний период. А расконсервация начнется с 1 апреля, с марта месяца, с 1 марта. А открытие фонтанов, ну, если все, погода будет хорошая, значит, с 1 апреля мы начнем в центре города включать фонтаны. Сейчас, в данный момент, пока идет только уборка, в связи с тем, что зимний период. В марте месяце идет подготовка. Это мы начинаем расконсервацию. Чтобы вы понимали, все насосы, которые находятся в помещениях, это наши помещения, которые находятся под фонтанами. Они поднимаются наверх, свозятся на склад, и потом это все восстанавливается в этот период расконсервации. Поэтому работы очень много. Для того, чтобы не было вандализма, все форсунки снимаются, вы видели, что все закрывается, для того, чтобы в апреле месяце фонтаны наши заработали. Учитывая опыт предыдущий, что когда это не делалось, то вы сами знаете, сколько у нас было вандализма. Ну, слава богу, на сегодня все нормально, фонтаны у нас работают. Я думаю, будут радовать одесситов нашего города.